Сначала скажу насчет Greenpeace. Раньше мне очень нравилась вообще эта организация. Я понимал, что да, должен кто-то, опять же, говорить о том, что есть у нас такие проблемы, и то, что есть экология, то, что мы, да, матушку нашу землю высасываем из нее потихонечку все соки. Ну, в одной из книг, даже не помню, даже не в одной, я читал, что Greenpeace — это вообще организация, созданная ЦРУ. Так, честно и крайне говоря. Поэтому такие ситуации, как возникли с нашей нефтяной платформой, мне, во-первых, понравилась наша реакция, однозначно. Да? Я повторяю, все должны знать, что есть границы, есть правила, есть законы, да, которые, кто бы то ни был, Greenpeace, там, американцы, опять же, вот, что на нашей территории мы никому не позволим так бы с нами вести себя вот так вот весело. Вот и абсолютно адекватный ответ. Люди прекрасно знали, куда они идут, что они делают и для чего, да. Поэтому так хорошо подготовленная акция, она не может так делаться, ну, да, с кондачка, да. Все прекрасно понимали, чем это пахнет и что ожидать от этой ситуации. Вот ответ.